Thank you.
выезжать, это проехать по этому маршруту, который озвучили, это потерять полдня, не меньше. Заторы просто жуткие. Ну а 25-е, 26-е, с 25 на 26-е, ну, во-первых, будет время успеть обработать видео и разместить в интернете. Температура где-то минус 7, может быть 8 за бортом. Небо пасмурное. Ну и потом ближе к Новому году ехать по этому, по ночной предпраздничной Москве. Это тоже рисковать, туман может быть, плохая видимость. Видимость и сейчас не очень. Но за последние сколько? 4-5 дней. Ну вот первый раз такая более-менее ясная погода. Не знаю, будет время, настроение, может быть, пройдусь пешком потом от Пушкинской по Тверской на Красную площадь. Ну, не знаю. Здесь нормально все, ничего не хлипнуло. Что это за чудо? Он развернуться хочет. Странное поведение таких вот. Да у него номер какой-то не российский. Все в Москву едут за подарками, за покупками. Зря теряют время. В регионах цены ниже. Но такая традиция, наверное. Проезжаем район Сабурова и выезжаем на Каширское шоссе. Пока никаких новогодних иллюминаций не видно. Лампочек, елочек, шаров. Ну, вот последние годы я вот обратил внимание, радиальные магистрали не я высвечиваю, экономят. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 80. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80.
поворот на светофоре, это на улицу Кошкина. Кошкин — это конструктор танков Т-34. Улица небольшая, там сколько метров? 200? 500? Да не, папа, ну да, где-то 500, может. Хотя, может, она туда дальше идет, может, туда не ездит. Как? Она будет на Москворечье там. Она маленькая, к сожалению. Справа у нас институт МИФИ. Впереди камера. Ограничение 80. Справа съезд на проспект Андропова. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 80. Здание подсвечивается? Нет, но это у нас слева здание ГУ МВД Южного округа. Это уже экономика. Ну вот мы подъехали к метро Каширская, оно у нас с правой и с левой стороны. Впереди справа высокое здание. Это у нас здание онкологического центра. Каршеринг впереди, 713-й. Очень осторожно нужно с такими автомобилями. Люди все время торопятся, каждая минута стоит денег, 8-10 рублей. В зависимости от класса автомобиля. И ради экономии каждой минуты 8, 10, там, 20, 50 рублей люди не всегда адекватно ведут себя на дороге. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Ну, вот с правой стороны у нас сейчас будет съезд на Нахимовский проспект, из-за которого Каширка по утрам очень сильно стоит. Справа Каширский двор, слева торговый центр Гудзон. Каширский двор — это рынок? Да, строительный рынок справа, Каширский двор. Раньше был открытым, сейчас построили здание, все под крышей. Но цены взлетели до небес. Раньше дешевым не был.
Сейчас будем въезжать в туннель. А как это все еще Каширское шоссе. А после туннеля начинается Варшавское шоссе. Вообще нету этой иллюминации никакой. Ну пока вся иллюминация в центре. Варшавское шоссе. Слева сейчас будем проезжать станцию метро Нагатинская. Мытные поедем или... Не знаю, как хочешь. Я бы через Тульскую на Садовое сторону. Ну, мы через Тульскую, вот только на этом большом перекрестке, на Тульской, на Мытную ходить или правее. Мы и так на Садовое выскочим. Ну, наверное, правее уйдем. Не помню, как это называется. Вот слева у нас станция метро Нагатинская. А справа у нас промзона. Знаменитая Почта России. Ну да. Вон синие огни. Иллюминации никакой, кроме как фар встречных машин. Огоньки. Да, невеселая иллюминация в этом году. Ну, на самом деле, так уже года 3, наверное, 4. Ну, да. А может и побольше уже. Раньше вообще вся Москва украшалась, от фонаря к фонарю висели лампочки, иллюминации, украшения. Сейчас ничего, все в центре. Сколько там час стоянки в центре? Да по-разному. Где-то 200 рублей, где-то 380. Подняли с 15 декабря стоянку. В центре Москвы на некоторых улицах до 380 рублей в час. Это на самых загруженных, я так понимаю, на самых маленьких улочках. Не, сделать платный проезд в Москве 1000 рублей в день, и дороги будут пустые, свободные, нормальные люди не смогут ездить. Вот
метров, справа съезд на третье транспортное кольцо в сторону востока Москвы, в сторону Волгоградского. Вот проезжаем по трешке. Да, это уже большая Тульская улица. Слева дом «Корабль», построенный в Олимпиаде 80-го года. И ты имел счастье жить. Да, жил здесь 2 года, по-моему, в этом доме. Справа Ереван Плаза. Впереди мобильный пост ДПС, контроль разметки. Вот подъехали к метро «Тульская». С левой и с правой стороны. Слева Даниловский рынок, крытый, сделали его в последнее время, ну, скажем так, лакшери рынок. Стих чистый. Ну, не совсем. Впереди плохая дорога. Ограничение 30. Подольское шоссе. Вот это вот я забыл. Улицу. С правой стороны Монетный двор. Да, Московский Монетный двор. На автобус перекрыл. Военные машины, здесь воинская часть какая-то. С Подольского шоссе мы съехали на Павловскую улицу. С правой стороны завод. Ранен Ленин. Проехали завод. На этом месте сейчас памятник стоит. Когда Ленина стреляла Каплана. Это Каплана обвинили, что она ранила. Она дальше 2 метра не могла видеть. А стреляла метров с 10. На нее повесили покушение на Ленина. К Садовому кольцу подъехали. Метро Добрынинская здесь. Что-то здесь я тоже не очень наблюдаю иллюминация. А дальше, ближе к центру. Давай мы сейчас на этот, на Садовое едем. И докуда? До Смоленской, до Арбата. До Арбата. Там уйти на Арбат, я думаю. Проехать по Арбату, потом на покров Кремля. Сделать круг на Тверскую до Белорусского и назад опять по Арбату на Садовое кольцо.
правее немножко сдвинься в свою полосу праворульную. Ну, кто это? Там таксист. Киргизия, что ли? Ну, да. А вон из-за таксиста. Ну, да. Так, Садовое кольцо в сторону Павелецкого вокзала, Курского вокзала, площади трех вокзалов, проспекта Мира. Так далее. За светофором с правой стороны Павелецкий вокзал. Здесь было намерение, были планы построить огромный торгово-развлекательный центр. Но народ возмутился, и от этого мероприятия отказались. Сейчас на этом месте, если не ошибаюсь, ледовая площадка, по-моему. Ну, вообще здесь какой-то этот собираются сделать. Просто сквер. Сквер, парк. Ну, там не парк, а площадь. На Курском вокзале была огромная площадь, замечательно все. Нет, впендюрили этого монстра торгово-развлекательного. Атриум, по-моему. Атриум. И вокзала не видно. Справа у нас дом музыки. Шпиль торчит, если видно. Слева дом танцев. Нет, слева у нас бизнес-центры. Слева и справа эти бизнес-центры. Вот из-за них кругом вот эти жуткие пробки. Вынесли бы их за пределы МКАДа. Не, ну вообще нет ни черта. Впереди камера. Ограничение 60. Ну такая скучная Москва. Таганская площадь, он видно, светится. Мы ныряем в туннель под Таганкой. Ну вот первое какое-то украшение, какие-то арки. Москва и снежинка. Сейчас все деньги уходят на строительство дорожных развязок, метро. Я думаю, это важнее, чем иллюминация. Только иллюминация раз в год, а там, я не знаю, месяц. Две недели до Нового года, две недели после Нового года. И все. А строительство дорог постоянно. Так, подъезжаю к мосту через Яузу. Не, ну все равно лучше стало, чем было вот это и развязки. Нет, развязок, конечно, больше стало, как-то проще стало. Пробки полностью изжиты, но... Да, их никогда и не уберут полностью. Вот, проезжаем по мосту через Яузу, ее не видно нифига. Прямо по курсу этот атриум долбанный.
небольшая подсветка. Вот там справа атриум начинается, а за ним Курский вокзал. Впереди камера. Ну, зато хоть какая-то иллюминация справа. Это размазал, по-моему, нет? Ну, тебе размазал. Да и... Впереди камера. Ограничение 60. Проехали около четверти Садового кольца. Стороны Министерства путей сообщения Российские железные дороги. Вот это здание не очень такое, но бедное. Так, а это Красные Ворота, что ли, светится? Смотри. Ну да, слева вот какая-то иллюминация появилась. Можно потом пройти пешком, приехать на метро, да поснимать это. Ну вот запоминай места какие. Да, ну, по-моему, площадь Красных Ворот. По-моему, все такие станции метро, они в районе Садового кольца будут. Ну что, люди приезжают посмотреть Москву на иллюминацию, на праздничную. Вот. Ну, все люди же они, в центр приезжают, они же. Они редко, кто этот, на автомобиль, в основном на этом, на метро рассекают. Впереди камера. Ограничение 60. Так, проехали мы уже, получается, на Красных Воротах площадь трех вокзалов. По правой стороне у нас была у нас справа больница имени Склифосовского и поворот направо на проспект Мира. Не уберут полностью. Вот проезжаем по мосту через Ярус, ее не видно нифига. Проехали. Прямо по курсу этот атриум долбанный. Такая небольшая.
небольшая подсветка. Вот он справа атриум начинается, а за ним Курский вокзал. Впереди камера. Вот это хоть какая-то иллюминация справа. Это размазал, по-моему, нет? Тебе размазал. Да и... Впереди камера. Ограничение 60. Проехали около четверти Садового кольца. Стороны Министерства путей сообщения Российские железные дороги. Вот это здание не очень такое, но бедное. Так, а это Красные Ворота, что ли, светится? Смотри. Ну да, слева вот какая-то иллюминация появилась. Можно потом пройти пешком, приехать на метро, да поснимать это. Ну вот запоминай места какие. Да, ну, по-моему, площадь Красных Ворот. По-моему, все такие станции метро, они в районе Садового кольца будут. Ну что, люди приезжают посмотреть восковную иллюминацию на праздничную. Ну, все люди же в центр приезжают, они же. Они редко, кто этот на автомобиле, в основном на этом, на метро рассекают. Впереди камера. Ограничение 60. Так, проехали мы уже, получается, на Красных Воротах площадь трех вокзалов. По правой стороне у нас была у нас справа больница имени Склифосовского и поворот направо на проспект Мира в сторону ВДНХ. Это получается уже около половины Садового проехали. Проспект.
тоже не из балабан иллюминации. Да не, не украшают эти шоссе, проспекты. Все в центре. А это что за монстр вырос? Ныряем под Тверскую. Туннель над нами. Тверская улица. Новинский пассаж, торговый центр справа, за ним там чуть-чуть дальше московский зоопарк, а вот слева, чуть впереди у нас, впереди камера, с левой стороны, 60. Нехорошая квартира из «Мастера и Маргариты». По-моему, вот в этом доме слева. Чуть-чуть дальше. С левой стороны
видно Арбат. Елочка, Арбат Бир, гриль. Дом, книжка. А вот высотка, это Министерство иностранных дел, прямо по ходу. Он Арбат переходит, Кутузовский проспект. Подожди, какой Кутузовский? Все правильно. Все правильно. Но мы сейчас от центра удаляемся, нам надо развернуться, чтобы... Да я понимаю, чтобы... этот Киевский вокзал уже с этого... Мы до него не доехали. Да. Впереди гостиница «Украина». Стороны не видно дом правительства. Но Кутузовский, смотри, Кутузовский украшен. Ограничение 60. Потому что по не нему так шикарно, как было. По нему ездят особо приближенные к императору. Ну и все, тоже вот здесь заканчивается. Дальше нет никаких украшений. Дальше, по ходу, слева, Поклонная гора. Ну да. Ну как далеко? Километра два, наверное. Вот он, дом правительства. Белое здание слева. Ну, что-то красивое тут сделали. Но здесь не остановишься, чтобы снять. Мы можем налево уехать и доедем до... Да уж не стоит. До этого, до башни Москва-Сити. Ее снимать днем. Интересно. Так, дальше у нас куда? На Арбаты. По Арбату, это... мимо Арбата, на Красную вокруг, площадь. Вокруг Кремля, да. На Лубянку. И через Ильинку, по-моему, да? В этот, прям... Максимально близко к Красной площади, где с угла там можно подъехать. Ну а вот а дальше уже нужно будет подумать, чтобы вернуться и по Тверской проехаться. Этот верещит что-нибудь, нет? Вот это как... Ну, что-то говорит там тихо, а камера предупреждает. Просто не слышу совсем. Здание прямо по ходу движения. Раньше это было ограничение 40. В Советском Союзе называлось Совет экономической взаимопомощи. СЭВ. Сейчас тоже какое-то правительственное здание, но я не знаю, как называется. А слева проехали дом правительства. Это Арбат.
Впереди камера. Ограничение 60. Метелица с правой стороны, стендап клаб, а слева кинотеатр Октябрь. Сейчас снег убирают, что ли? Да? Оставили одну полосу, красавцы. Новый Арбат. Почти проехали. С правой стороны. Впереди камера. Ограничение 60. Смоленская. С левой стороны Министерство обороны. Не ожидал я такой расцветки. Впереди мобильный пост ДПС. Ограничение 60. Ну вот и подъехали мы к Красной площади. Кремль. О, Кремль, Красная площадь. Это разные вещи, что ли? Нового года. Возможен затор в левой полосе. Ограничение 60. Осталось примерно неделя. Меньше недели. Много всех стран свои новые годы. Праздники Нового года. С правой стороны Манежка. Я предпочитаю, конечно, отмечать новолетие по славянскому летоисчислению. В сентябре наступило 7527 лето от сотворения мира в Звездном храме. Че, чудите? Да, он сидит там с бородой. Что вот тут более-менее красиво, прямо здание Государственной Думы.
Возможен затор в левой полосе. Ограничение 60. Может быть, придется на самом деле на метро приехать и пройтись от Пушкинской площади вот до Кремля. Ну и все, в принципе. Левый поворот на Тверскую. Слева Государственная Дума. Ну, еще бы думцы себя бы обделили. Иллюминация. С левой стороны, вот здесь светящиеся гирлянды, это Большой театр, площадь Большого театра. Или, может быть, 30-го прийти сюда, да, поснимать ночью. Ну, особо ночью тоже не поснимаешь? Так нет, только вот эти вот иллюминации, все. Он красиво, справа, слева. Потому что так. Сейчас выйдем туда. Прямо темное здание. Без подсветки. Это Лубянка. Старое название — Комитет государственной безопасности. Там, где стоял Феликс, этот шатер из гирлянд. Собственно, Лубянка украшена красиво. 2019 год. Почему говорят год, а не лето? Потому что сейчас не лето же. Вот тебе ж сколько сейчас лет? Не годов, а лет. Почему-то говорят ребенку 1 годик, 2 годика, 3 годика, 4 годика, 5 лет, 15 лет, 45 лет. Но 54 года. Это это что? Вот к этому подъехать, к Красной площади. Давай попробуем. Тоже можно поехать. Снимать больше нечего. Красивая подсветка сверху. Да, в том году она тоже была. Ну, что-то какая-то дорога раздолбанная. Прям в центре. Люди ходят, фотографируются. Что такое? Все они тормозят, кого-то ждут, что ли? Ой, это что, ГУМ с правой турист, стороны? Да, с правой стороны ГУМ. А, туристов ждут, кого ждут? Ну,
да. Деньги зарабатывают. Вот она, Красная площадь. Ярмарка, ГУМ-ярмарка. Что здесь интересного? Елки пока. Не, ну я думал заснять здесь. Да нет. Надо отдельно приходить и этот. Василия Блаженного. Памятник Минину и Пожарскому. Кстати, говорили, что его оградили для реставрации, почему-то открытый стоит. Может, уже отреставрировали? Ну да. Там лет на 5 его реставрировали, не меньше. Так, ну а здесь я уже не знаю, честно говоря. Вон с левой стороны. Нам прямо. Васильевский спуск. Здесь частенько проходят концерты. Выпускники здесь гуляют. Теперь на Садовое, что ли? А, не, подожди, на Тверскую. Да, на Тверскую, вот сейчас возвращаемся. Вот здесь, в этом месте убили Бориса Немцова. Разве здесь? Да. Вот здесь. Вон стояли его фотографии, этот, цветы. Да, проехали с правой стороны. Прямо на земле стояли портреты. А еще тут фрукт. Болотная улица. Мост влюбленных впереди слева. Где? Не ориентируюсь уже. Ну, вон по парк этот, памятник Петру Первому. Где этот деревья из замочков, молодожен. По-моему, их убрали. Мы стояли на мостом. Несколько тонн их. Впереди камера. Ограничение 60. А я думал, я вот на этом мосту. Нет, нет, на том. Большой каменный мост. Да, это мы, получается, объехали Кремль по кругу. Сразу посмотреть, битые файлы или нет. Чтобы еще раз съездить, если что. Не, ну если что, запас времени. Обещал уже. Вот прямо по курсу у нас новый памятник, который поставили года 4 назад, да? 4-5 лет назад. Года 2, наверное. Путин Ладно. Открывал Владимир. Ясно солнышко. Что такое? Догнали. Да вон ДТП. ДТП? Вон слева. А, ты думаешь? Нет, ходит, фотографирует. Прямо с левой стороны библиотека имени Ленина. Слушай, а памятник-то не маленький. Ну, он в прошлом году Путин открывал. Да не, уже побольше пошло. Можно, конечно, там погуглить, посмотреть, когда его открыли. Три машины, да, здесь? Раз, два, три.
Кто сигналишь? Ну, может, там не мне. Ограничение 60. Уже, наверное, сориентировались. Опять манежка с правой стороны. Красавец. Это ты или Сашка ходили на концерт Киркорова? Сашка. Слева, вот, кстати, на углу, где мы сейчас будем поворачивать, вот этот знаменитый, во-первых, где-то здесь, что, где, когда проходит, мы, по-моему, проехали. Впереди камера на скорость и на полосу. А вот этот вот слева здание, дорогущий этот, отель. Кобзон, хозяин. Националь. Собственность Кобзона это. Ну вот дума перед нами, здание. Как видите, депутаты пашут. Свет в каждом окне горит. Все работают круглосуточно. Да, это я сторонние говорю. Видишь, залепил номер снегом. Так, это Тверская началась. Да, на Тверской установлены камеры. Если остановился на 10 секунд, штраф 3000 рублей. Так, с левой стороны. Это вот. Здание главпочтамба. Красивые ворота. С правой стороны Камергерский переулок. МХАТ здесь. А с левой стороны мэрия. Потише еще что-то. Чтоб меня обсигналивали. Красиво, очень красиво. Не знаю, стоит ли приходить или нет. Может, дальше поедем или направо здесь повернем? Может, все вместе пойдем? Навряд ли. У нас время, давай скорее всего. До Белорусского, там развернемся. Я хочу на Покровку заскочить. Если на Покровку, то сейчас направо. Давай уже в Тверской доедем. Мы уже на Тверской. Нет, проедем вот до этого. Но справа Пушкинский. Возможен затор в левой полосе. Ограничение 60. Хочу на Покровке. Там тоже должно быть полно иллюминации. Ну, в том районе. Впереди площадь Маяковского. Справа Интернациональ проехали. Впереди камера. Да,
Тверской начинается Ленинградский проспект, мы на него не поедем. Ну, вроде неплохо, да? Тверская украшена. Но все равно не так, как было. Не так. Нам что-то Мосхозторг нужен был, может заедем вон с правой стороны. Он закрыт уже. Машину оставишь здесь, заходи. Обратно еще прокатимся по Тверской. Белорусский вокзал. Я Покровка говорил или Петровка? Покровка. Не, на Петровку надо. Не на Покровку. Так, мы не проехали? Нет. Разворот? Нет. Все, выехали с Тверской, иллюминация закончилась. А, сейчас новая развязка. Впереди камера. Ограничение 60. Ну вот прямо Ленинградский проспект. Мы возвращаемся назад. Площади не очень быстро проедет, чтобы заснять. А какой площадь? Белорусского вокзала. Впереди камера. Ограничение 60. Ну давай, смелей, шустрее. Ты не поедешь? Куда? По площади Белорусского. Там направо есть выезд? Здесь вот, по-моему, можно сколько-то времени, можем выйти, постоять, перекурить. Да, перекурить на улице, воздухом подышать, померзнуть немножко и продолжить. Ну, уже проехал же поворот. Нет, это здесь кирпич, заезд с другой стороны. Здесь тоже камера установлена. На 10 секунд, 3000 штраф. Да, я расстроен. Чего
Почему? Чем? Я разочарован этой иллюминацией. Да ладно, нормально все было. Ну, я ожидал не такого, конечно. Вот, это вот здесь заезд. Вот здесь заезд. Вот это? Да. Ну, стрелка прямо. Да, стрелка прямо, а заезд есть. Это же Россия. Ничего. Россия. Куда встать? Лицом. Ну, на вокзал, чтобы это, ну, снимает вокзал, что ли. Или вон туда, на Тверскую. Ну, на Тверскую ничего интересного. А что он скажет, что он вертится здесь? Ой, ладно, камера снимаем, мы немножко расслабимся. Thank you.
Сейчас ночью? Час 20 ездим. Нет, времени сколько? Времени сейчас? 10 минут первого. Полночь. Ну что ты спишь там? Полночь, 26 число. Пять дней, да, осталось до Нового года? Да? По григорианскому календарю. Садовое кольцо прямо к этому театру, как он называется, юмор или как, на Маяковке, а? Не знаю, я в другое место пока еду. Мы сейчас прямо выйдем прямо на Садовое кольцо. Ты хочешь до Пушкинской уйти направо и на Арбат? Вот опять на Тверской двигаемся в сторону Кремля. Ты хочешь по Бульварному кольцу проехать, что ли? Ну, если получится. Театр сатиры, е-мое. Сейчас вспоминал название. Юмора. Концертный зал имени Чайковского. Качели вон справа установлены, видишь? Впереди камера. Ограничение 60.
ничего не соображаешь. Впереди вон Кремль. Да нет, я другую картинку вижу. Там этот золотая такая стенка светящаяся. Ну давай, идите. В наушниках. В смартфонах. Осторожно, дети. Ограничение 40. Доминос пицца. Ермолаевский переулок. Сзади, что ли? Возможен затор в правой полосе. Ограничение 60. Звук? А, ты не про звук. Садовая кольца. Да. Садовая в районе Маяковки. Возможен затор в правой полосе. Ограничение 60. Самого прям киевского, просто по Садовому там проедем. Ну вот Москва предновогодняя. 5 дней до Нового года по григорианскому календарю. Каждый раз и григорианский. Ты этот. Мы в обратную сторону по Садовому едем, мы уже здесь ехали. Я думал, это поедем вот так. По этому. Ну, не на этого, как бы. Министерство иностранных дел. Там мост красивый. Впереди камера. Ограничение 60. Тут, по-моему, театр Ленкома. Это на Бульварное кольцо, наверное. Я пока еду в сторону Петровки.
студенты гуляют. Гостиница «Аврора». Слева ЦУМ. Вот, слева, справа гулять. ЦУМ как украсили, как это? Ну да. Подарочная коробка. Самый дешевый магазин в Москве. ЦУМ. Дешевле. Ну это так, с сарказмом. Нету, да. Малый театр с левой стороны. Справа большой театр. Надпись, видите? Не глинная, успел прочитать. Про этого передавали, как его футболист. Чуркин, что ли? А, Аршавкин. Аршавин. Покатал девушку на лошади и не заплатил. Еще ниже плинтуса уже упал. Аршавин.
Крым, 96 или кто это? Такой весь затонированный, да, и наглый. Шпана, блин. Свердловская область. А, это Екатеринбург. Ну да. Первый. А? Ну, задолбал. Чем он занял правый ряд под стрелку, если ему прямо? Ну, я же говорил, шпана, блин. Екатеринбургская приехала. Так, это что у нас такое? Бульварная? У нас бульварная, да. Но мы сейчас развернемся и поедем в обратную сторону. Вот бульварное кольцо. Тут, конечно, днем лучше застрелиться, чем ехать. Все на аварийке стоят. Здесь есть, наверное? А? Да, потихоньку настраиваемся в сторону дома. Час 40 пишут, сейчас пока до дома доедем, уже будет 2 с лишним. Ну, хватит. Так, пусть посмотрят на Москву ночную, предпраздничную. Ограничение 40. Едем по бульварному кольцу в обратную сторону. Да. Точку обозначь, куда это? Ну, я там до Садового куда-нибудь, по Садовому до Варшавки и обратно через Каширку. На самом деле зря мы, наверное, по Садовому поедем. Давай-ка я сейчас этот как-нибудь проложить маршрут через Красную площадь.
Впереди камера. Ограничение 60. Или по Садовому хочешь? Да. Там просто по Садовому ничего интересного не будет. Я просто думал сделать этот круг почета по Садовому. Начать с него и закончить. Но... Борисские пруды, 23, корпус 2. Поедем до этого, до Садового не поедем, через центр вниз. Мне кажется, там поинтереснее будет, иллюминации побольше. Впереди камера. Ограничение 60. Вот впереди, перед нами Тверская. Большая Дмитровка прямо. Дмитровка левее там. А Большая Дмитровка, ты смотри, тоже украшена. Иллюминация сколько висит. Сверху такие. Так, справа у нас Пушкинский. Вот и по Бульварному. На самом деле Бульварное кольцо вот через Тверскую, там еще красивое. Сейчас хочешь куда, на Тверскую? Нет. Сейчас. Ну это на Красную, это к Кремлю. Через Знаменку. Ну, с правой стороны памятник Пушкину. Вот такая красота. Зал, каркан. Вот здесь вот красиво должно быть. Вот она, влево. Туннель такой. Из иллюминации, видишь, да? Ну, я говорю, поэтому я шел тоннелю. Года три назад снимал. Я мне об этом тоннеле. Впереди камера. Ограничение 60. Каркан. Съемку дальше вел на смартфон. Так, сейчас левее, да? Да. Каменный мост, да. Он тоже залепил снегом цифры.
Возьми тряпку, иди номер по 3 ему, он спасибо скажет. Арбат. Если взять вправо, то на Арбат и в сторону области. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 60. Кто тебя заказал? Что? Видео. Съемку? Да. Впереди камера. Ограничение 60. Еще кто-то просил. Минобороны? Министерство обороны. Хозяйство Шойгу. Смотри, нагорят, кстати. Ну так, воюем. Война идет. С кем воюем? В Сирии наши. Впереди мобильный пост ППС. Ограничение 60. Впереди мобильный пост ППС. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60. Справа сейчас будет клуб Icon. Там у Юрки корпоратив был. Впереди камера. Ограничение 60. Направо на Якиманку и на Ленинский. Мы левее. В сторону Варшавки, Каширки. Красивее. Ну, нам там не по пути уже.
едем по улице, большая полянка. Откуда пошло выражение «накрыть поляну»? Здесь есть ресторан дальше, с правой стороны. Ну, рассказывай. Что, дальше догадаться не нужно. Накрыть поляну, значит, в ресторане накрыть стол. Столик. Нет, рассказывай. А кому? Для кого ты снимаешь утро? Да не я снимаю, ты снимаешь. Да, конечно. Я вообще здесь, да, конечно, сижу этот, конечно, пассажиром. Вот здесь, с правой стороны. Вот. Не то случайно, а надпись. Где-то с правой стороны, а? Еще с правой стороны тут где-то ресторан. Очень дорогой. И вот поэтому накрыть поляну. Накрыть столик. О, он сейчас на дорогу вывалится. МВД, что ли? Что-то я старенький. Ну вообще оно где-то здесь. Что-то я говорю, мозги напрягаю и не могу этот. Дружище, уж тебе возьмет такого. Тем временем выехали на Люсиновскую улицу. Ну, а если захотел, кто-то пожелает, то можно будет потом пешком пройтись по этим местам, где... Впереди камера, выделенная полоса. Впереди камера, выделенная полоса. Забота найти место на ночь.
Сейчас приедем, поставлю, создам этот проект. Впереди мобильный пост ГПС контроля разметки. Мы приближаемся к Большой Тульской улице. За перекрестком будет Большая Тульская. Сейчас все в обратном порядке. Справа дом Корабль. Все, в Москве больше улиц нету. Да. Слева Московский монетный двор. Слева арбитражный суд. Налоговая. Справа Даниловский рынок. Сверху небо. Снизу земля. Сзади. Вот по этой дороге, если по прямой ехать километров 160, наверное, упретесь в аэропорт Домодедово. Он, наверное, километров 40 от МКАД. И до МКАД нам километров 20. Ну, километров 60 где-то. Или 1010, то попадете на Владивосток. Вот по этой дороге нет. Пойдете. Через Домодедово, через Казань. Через Домодедово, через самолет. Через Рязань. Интересно, заняли то место, откуда выезжал? Ты постоишь на спуске, я пойду посмотрю. Варшавское шоссе. Варшава или нет? Варшавка. Варшавская. Справа стадион Труд. Не стадион, а спортивный центр. Над нами сейчас будет подсвечивается мост МЦК, Московское центральное кольцо. Ну это метро. Ну да, наземное метро, электрички походу.
Впереди камера выделенная полоса. Ограничение 60. Или вообще ничего не заснялось. Вообще. Больше не поеду. Надо будет ехать туда Татьяна, да меня отъебать. Впереди камера, выделенная полоса. Варшавка направо. И на кошельке. Впереди камера. Ограничение 80. Я вот не помню, мы, по-моему, сегодня ни разу не проехали по одному и тому же месту два раза, да? Ну, проезжали там по Тверской в ту сторону, чуть-чуть в обратную сторону. Но вот чтобы прям через одну... А, не, проезжали. Это вот как раз в районе этого манежки. Первый раз на Красной площади, что там получилось заснять. И второй раз. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 80. Ну, проехали без пробок. Направо уходит машина на Пролетарский проспект. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 60. Впереди камера. Ограничение 60.
Впереди камера. Ограничение 60. Что там не горит, ничего не видно. Днем бессмысленно было бы ехать. Впереди камера. Да и ограничение 60. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 60. Ты наверху там постоишь, я сбегаю, посмотрю и по телефону тебе скажу. Ограничение 40. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40. Опять стоят эти машины. Ну вот справа со стройматериалами, из-за которых пробка вчера была просто жутчайшая. От метро Каширская стояла, бордовая все было. А, это этот панель, что ли? Да, вот сюда, строящийся. А, понятно. Понятно. Впереди мобильный пост ДПС, контроль скорости. Ограничение 40.
месте не выходил бы. Нет, я проехали бы, прокатились бы. Ну а если нет мест, что, ты вернешься обратно, поедем кататься. Ничего страшного. Вот вниз, может быть, там вокруг дома посмотришь. А то там потом хрен назад сможешь вылезти. Вот здесь, может, припаркуешься? Да, ну, так вот залезем. Так, все, я звоню тебе. Дорога чистая вроде. Да. Алло. Да. Как-то рано ты позвонил. Ну, чтоб потом не Есть, да? Ну все, давай, я отключаю, сейчас заеду. То же самое место, с которого уезжали. Приехали. Ну что, с Новым годом или что там скажешь?